Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению очищающего и увлажняющего тоника для лица. Для этого нам понадобится гидролат шалфея 80 мл. Гидролат шалфея – это оптимальное средство для ежедневного ухода. Он глубоко очищает поры, нормализирует работу сальных желез, отлично тонизирует и увлажняет кожу. Также нам понадобится алоэ вера гель 10 мл. Это средство отлично восстанавливает тонус кожи, также интенсивно увлажняет, заживляет кожные покровы и имеет также противовоспалительный эффект. И третьим компонентом, который мы будем использовать, это будет масло виноградной косточки водорастворимое. Его нам также понадобится 10 мл. Водорастворимое масло виноградной косточки отлично выравнивает тон кожи, увлажняет и насыщает кожу витаминами. Также нам понадобится пластиковая пипетка, стеклянная палочка для перемешивания, понадобится тара. Я буду использовать пластиковый флакон с крышечкой диск-топ. Вот она выглядит так вот, закручивается. Можно, конечно, использовать баночку с распылителем, но я думаю, удобнее будет использовать вот именно такую. Ее легко можно удобно открыть и просто выдавить на ватный диск. Баночка литражом 100 мл. Также нам понадобится стакан для перемешивания. Исходя из литража баночки, как я и говорила, гидролат нам понадобится 80 мл. Я вот взяла такой вот стаканчик, здесь есть удобная разметка. Ну, если кто-то хочет, чтобы разметка была точнее, можно воспользоваться лаборантским стаканом. Так, наливаем 80 мл. В 10 мл добавляем масло виноградной косточки водорастворимого. Так, 10 мл мы добавили. И теперь добавляем 10 мл алоэ вера геля. То есть в баночке идет 10 мл, поэтому мы можем смело добавлять всю, весь пузырек. Все хорошенько смешиваем. Вот у нас получилась такая прозрачная жидкость, слегка желтоватым оттенком, которая не имеет ни маслянистых осадков, ни каких-нибудь посторонних таких резких запахов. И переливаем все в бутылочку.
переходим к процессу оформления. Для декорирования баночки я использовала самоклеющиеся наклейки с надписью «Handmade». И вот у нас получился такой органический, натуральный тоник, который обладает массу полезными свойствами для нашей кожи. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. До скорых встреч!